30 ноября в Ихвинском концертном доме прошла конференция «Здоровый и безопасный Ида Вирума». По словам Андреса Нормяги, год назад республиканское МВД при поддержке Европейского Союза стало осуществлять проект, цель которого – пробудить активность государственных и муниципальных структур, а также граждан для формирования здоровой и безопасной среды. У нас еще превалирует в основном мнение, что наша безопасность зависит от числа чиновников, техники, еще как-то большинства ресурсов. Но на самом деле в мире идет очень серьезная тенденция, и в Америке, и в Европе, в это направление, что самое главное – это работать во имя безопасности всем сообществом. Это не только дело публичного сектора. Естественно, они должны быть как ведущие, но надо и те самые люди из публичного сектора, они ведь люди, они граждане этого сообщества. И надо все вместе работать, потому что что такое безопасность на самом деле? Это ведь чувство. Чувство, что ты здоровый, что твое имущество безопасности, чувство о том, что ты, если у тебя что-то случится, ты знаешь, что сразу подойдет помощь. Это очень широкие аспекты, в принципе, касающиеся всего, всех слоев и всех сфер общества. Так что мы только начинаем этот проект. В этом году мы только первые в этом проекте, что мы делали, мы создали совет безопасности. Сегодняшней конференцией мы завершаем первый год большой пути, я считаю, пути к этому, чтобы идти из вот этого менталитета, что кто-то за нас что-то должен делать, понять это, что соединяя, координируя эти вопросы, лучше используя уже существующие ресурсы, результат в обществе будет лучше, или же мы будем чувствовать себя безопаснее и будем здоровы. В дискуссии на тему безопасного Ида Вирума участвовали представители местных самоуправлений региона, касса страхования от безработицы, полиция, спасатели и представители других госструктур, а также педагоги.